И там какая-то, короче, заварушка началась, типа, что как-то лут странно распределяется. Там был Паша, типа, этот пирокинез. Ксюха, типа, они сгорели, короче, ливнули и пошли в ГГВП. А пирокинез — это лог, да? Да. Ставьте рыбку, я с ним... все вижу. С ним что? Первую десятку Ульдуара ходил. С Этерналом еще. Дайте мазбаф. Касочку. Сейчас. Крестобаф. Вот как-то так, типа, так что. Я помню, что в первые два кода, типа, 25-ки Ульдуара, типа, она полутала шапку латовскую, типа, с этого с собрания. И на второй, типа, потому что лутанули, когда я случайно встал. Хотя я был по приоритету тогда выше. Давайте на пол. И потом, короче, на второй, когда она опять падает, и я лутаю. РДД, сразу рассоситесь. У тебя есть саппорт? Дай мне саппорт, чтобы я 100% не умер. Не, у меня это саппорта. Блядь, хуево. Есть у кого саппорт? Я нету. Какая разница? Давайте играем через чест, я буду говорить, когда свечаемся в правую руку. Все, давай танк пуляй. Вышка, давай, подойди немножко ближе. Мы в медизоне. Может, Геру ща въебем, бро? Если есть, давайте. Сыграли по правой. Пест. Правый. Заставы не падают. Пиздец, косметик. Пест. Шам, сколько у тебя хосты? Правой. Есть. Давайте по правой. Добиваем руку. Ломайте просто руку и все. Сейчас отойду на 3 секунды. Мне кажется, опять латы выпадут. Мне кажется, посох опять. Ага. Проверяю, блядь. Бля, вообще нафлика просто два кольца этих, ебать, заебашил бы нахуй. Ролим на офспект, либо транс. Ну хотя бы не. И не латы. Либо на распыл. Так, у нас был вышка. Сейчас вышки дам на распыл. Рейвс, тебе надо? Ну там смог, если не жалко. Окей. Очень красиво. Колечко хорошее. Весь в кольца хожу нахуй, тут сижу, блядь. Персня. Косты сбиваем. Там, убьёте моба убить меня? Давай.
Одновременно убиваем. Он сильно уешит. У меня хосты ровно же, как у шамана. Один в один. Пусть сосалка апается. Сосалка только под конец апается. На тебя она пока да апает. Профессионал. Второго больше. А, нет, я имею в виду, что меткость. Там я тогда сакет выкину некоторые. И на испод, и в хосту въебу. Давай все. Алло. Все. Так, сюда же. Пойдем на Хадира пока что. А урай будем, нет? Будем, да, будем. По... После Хадира. С гроба не попадаем. Я не люблю этих, о, это просто. С правой стороны аккуратно. Сначала большого, потом мелких. Возьми, пожалуйста, третью ауру. Если что, я на этом держу, да. Я находил ремашку, есть еще масок. Даже можешь ремашку не жать, в принципе. Мы должны его залить, у нас должна Гера откатиться к нему. Думаешь, пропустим? Ну, конечно. Там. Но... Просто? Идите дальше. За проход платить надо, говорят. Большого в начало. Ох, сейчас семечка, ёб твою мать. Хильтин на меня на столком, блядь. Опа. Он был хиль на столком. Почему на тебя аура? Я танк. Мне будет сальву дать. Ну, не спасает, да? Это понял. 12 АДП, блядь, охуеть. Я, блядь, находили в 25-ку, по-моему, блядь, 17к нахуй, под конец выдал, блядь, на нем. Я, блядь! Повезло, блядь, нет. Повезло, блядь. Матей, сука. Сори, ребят. Зачем вы обходите с другой стороны, если мы уже здесь идем? Если еще сторима не упадет шая с сакетом, я вообще в телеке буду. Ну, там и РДДшники будут. Я буду в тильте, блядь, если... Ну, зачем РДДшникам, если им нужна островская? Я буду в тильте, если, блядь, не упадет плечо, так, токен на ванах. Ну, кому? Максимум она нужна шаману, но я не уверен. Шаман, ты будешь ее ролить? Шаю. Нет, такая, конечно, ты чё, ебать, у него 213, он снакса вообще. Ну, если на хила, то я думаю, да. Ну... Вот он, скорее всего, будет ролить. Все, а наверное. Чё за шея, то я у него в луте вообще ничего не вижу такого. Я ещё линкану вот это. Не здесь, стрима. Стрима.
пакетом, типа... Так, еще. Давайте ледяные вспышки убиваем, потом бьем босса. ДК подводишь к лучам, также костер проводим по рейду и стоим на рендже, и РДД стоит в костре, короче, вот, все. Даю РЧ, на баф, на пул, все готовы. Хоха. Каска, лапа, рыба. Поставьте. Сейчас я фул рыбав дам. Так что, шаман, будешь роли, да? Будет роли, ну что ты смеешь? Да может он... Ууу, мое уважение. Добрый рыб. Вы, блядь, делите шкуру неубитого медведя, нах. А, блядь, СССР тоже самое написал. Все, давай, танк, иди к боссу, а мы сейчас пулять будем. Яру через 3 секунды. 4.25. Время мало-мало. Мало-мало. Пошли меня. Блин. Еще скажи, когда я машку нажать, потому что я здесь не всегда понимаю. Бля, просто так немало сломаю, нахуй. Хорошо, Сэм? Угу. Чё, блядь? Матео слакаешь. В костре стоял. Костер проведи. Яром можем уже? Не-не, давайте после этого. После того, как снег упадет. Вот сейчас мастера ауры, гимны, всю хуйню. Давайте, я машку нажму. Сейчас 20 секунд дамажит будет. Шли. Встали. Блядь, я слабкнул что-то. Металла слабкнул что-то. Яром АБ. Мобов разбивайте, а то бафов не будет. Давайте, давайте. Помогайте еще мобу. У нас полторы минуты еще, типа, мы можем забить за полторы минуты без гера, в теории. Да, по сути, тут гера вообще не нужна. Если никто не упадет, забьем. Главное, я не уроню сейчас. Шаман, аккуратнее. Дайте геру, пожалуйста, блядь. Шаман! Не надо. Не падать! Да дайте геру, блядь. Да зачем? Нет, геру не даем. Минуту. Ну чё, блядь? Забиваем, забиваем, у нас минута еще. Ладно, я погнал ДПС. Давай, соси как никогда не сосал. Опять прохил. Эмашку нажал. Твою эмашку эту... Стали на свою рубу быстрее. Пизда нахуй. Не стилятор шел, по-моему. Быстро, 40 секунд, добить. Матау, соси, соси, соси. Да меня, блядь, хейтят эти глыбы, блядь. Давай, не хейтят, соси. Нету диспа. Ребят, 25 секунд. Давайте, 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 давайте. Сосу, блядь, по 15 канах в секунду. 15 секунд. Ух ты, блядь. Бля, можно посох, пиздец, хостой, пожалуйста, блядь, еще один, нахуй. Шо там, нахуй? Лад из РП. Бля, как меня заебали эти наручи, это пиздец просто. Ой. Токен ролим. Так, у меня есть такой? Ой. Там два таких. Девяносто пять, понимаю. Ващик на распыл. Да, да, сейчас да, вообще да, облачки да, не нужны. Тут, конечно, 230 РГ попадали. Запы на упс, на мейнспек. Бля, у меня что, ног нету, нахуй? Бля, ну ты... На упспек. Не, подожди. Так, отойди, стоп, отойдите там. А, она уходит не туда, ладно. Кому на упспек? Давайте. Да никому. На распыл давайте. Подходите сюда, подходите, подходите. Флоры баф, рыбка, ждем.
Да может поднимись пока, чё она, блядь? Она ещё не подошла. В прошлый раз был щит. Хавайте. А, вот этот щит, смотри. Чем? Вот этот? На успех никому не надо. Давай, давай вот мне, вот мне надо. Жду все ролла. В прошлый раз упал, он никому не был нужен, типа, я один рулил. А я в гизном. А, ты про щит или про токен? Про щит. Просто я что-то проебал, но думаю, у меня ноги есть. Я хожу за грудаком, который у тебя, типа, он мне не падает. Ты ходишь за щитом, который мне упал, а тебе не падает. Дека, на Тереме тоже в соло потанчишь? Угу. Я во фрост-стойке могу. Угу. Да тут все, кроме Алгалона. Погнали! Наконец-то я ФДКшкой пойду. Может, мы прям ты захотел ФДКшкой? Да. А, почему? Давно не играл. Давайте отойдем вниз, вот к Хадиру. И тут убьем. Да вот тут за лестницей спрячьтесь, вот здесь вот. Мы здесь, помню, убивали, да. А, вот просто такие, да. Вот метка. Она идет. На кресте давайте начнем. Так. А, вы Гера на нее типа оставили? Или там какая-то ачива давалась, я бы что-то проебал. Оп, припотик пошел. Бля, вовремя вообще припотик выпил. Вот расколом был срочно. Давайте, кушаем. Меня стрелекли на 3 секунды. Так, мотай, я тебе сразу же сальву дам. Сагрити босса. Пожалуйста. Да блядь! Да ты... Я продуманный, у меня есть камень душ. Деньги получается? Не получается. Дайте мне каску. Да, каску. Шаман, ты там-то поставил? Каст бейте. Быстрее каст. Сбил. Метал, ты что, собаку не призвал или что? Нет, не призвал. Че мне, блядь, под боссом стоять призывать? Планы призовусь. Да не. Играй по защите. На половину призвал. О, все. Посмотри, мне не 30 команды. Следующий метод приходи. Каст, ребята. Давайте быстрее каст. Все треугольные, ромбик. Просто ее забить. Уже давайте просто босса забьем. Млям 200. Мотай, сейчас будешь сосать. Да, разводочки обновлю. По боссу собирайте. Соси. Смотри просто на ДПС сейчас. У меня ХПС стоит, не смотрю на ДПС. Мне ХПС интересен. Ты слабый, то ли? Нет, я сильный. Почему я слабый? Какой-то агро у него сломанное у дикого. Да, а он не агрится вообще. Ну там 25 тысяч. 9 тысяч, 18 тысяч, блядь. Ебать, на транс нахуй. На какой транс, блядь, на та, ебаный сыр. У меня такие штуки с 25. А это, ебать, как. Буду говорить, что я йога убил. Там такие же падают. Можно на олдспик. Ноги? Давай мне. Так, рыбу для себя любимого. Ага. У меня уже скоро будет попал. Конечно, это я танчить особо не умею, но будет интересно. Убиваем одновременно.
Думаешь, снова? Великого прохильте. Прохили. Ляков летает. Просто избивайте по возможности. Отлично. Так, но этот не работает, сразу можно убивать. Бьем вот то, что с молниями. Метка ханта. Это было громко, да? Да, ты как будто на меня псыкнул. Да я кулу открывал. Мажор получается? Колу американскую пьешь? Ну получается так. А я знаю, что пью? Что? Я пью Black Monster. Вообще энергетики осуждаю. Вкусная сука. Монстр еще ладно, монстр вкусный. Эти блаки всякие. Блин, рева у меня нету в России рева, я очень хотел. Я один раз пробовал, мне понравилось. Рева это такая параша невероятная, это как у вас ягуар. Вот где-то у нас так. Не, рева вкуснее. Рева вкуснее, но по факту это по уровню этого. По уровню вреда где-то одинаково. Ну понятное дело. А трава. Ну короче, ты просто можешь выпить баночку, и тебе уже пизда будет. Ну, потому что энергоз с алкоголем. Поэтому я раз попробовал только траву и все, больше не пью. Не пью. Не знаю, оно не особо вкусное. Особенно больших количествах. Да, я помню, у меня, короче, кореш две банки выпил, говорит, я лежу, короче, часами или электронными, типа, говорю, говорит, свечу в стену, смотрю в стену, чтобы не обрыгаться. Да, как я его понимаю. А ты тоже с Украины? Да. А где ты живешь еще раз, я не помню просто. В Донецкой области, там. А ты где живешь? Я в Полтаве. Давайте на баф. Я так скажу. А по поводу, кто идет вниз. У нас вниз идет... Сейчас. А, стойте, рыбу надо ебать. Вот слебанок ягуара за день выпил. Мать, он разноцветный в неделю. Первая пати идет вниз, а вторая пати остается здесь. Я думаю, нормально. Че на пол? По поводу меток сейчас еще. Стоп, а я куда? Я пешку. Какой-то орк альянсовый. Босс танчится в кресте. Сань. А? Мне в кишку? Я прослушал. Да. Хорошо. Первый раз вижу, чтобы его в крест ставили. Нет, ты стоишь в кресте. Я знаю, что многие в центре его ставят. Но танкам просто так удобнее. То есть можно вообще не крутить. Я в мини-зоне буду. 25-ки, да. Типа, можно и в центре, чтобы всех распределить по всей комнате. Давайте еще раз РЧ. Просто как вы от разряда будете бегать, нормально? А первая пати где? Вниз. Первая в кишку. Понял, спасибо.
Давайте, погнали, танк. Ждаем. Все, можно пулять. Ваная шайба упадет. Готовьте запускать. Рычаг. Сразу мобов с маной заливайте. Отошли направо. Стоим не справа. Не лутаем рэн. Стоим справа. Стоим справа. Стоим справа. Повезло, повезло. Все зашли прям в комнату. Полностью. Стали за спину. Смотрите, чтобы он вас не выбросил из комнаты, из комнаты не заевадился. Хорошо. Уничтожите их! Маба с маной сразу же. Отлично. Маба с маной, маба с маной. Сбил крас. Вы что, хэм делаем? Да. Конечно. Конечно. Заводи, заводи туда. Можешь большого тоже сразу заводить. Матео побежал на спринта. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Так, она здесь фростболты кидает, да? Она кидает этот конус. Ну, льдом. Ну да, примораживает хотя бы. Хорошо, хорошо. Думаю, не менять, а давайте Геру. Геру, прям. Давайте, давайте. Аккуратно. Пуль пал. Я вижу. Трайвис, Трайвис, Трайвис. Смотри же. Откуда молния идет, с той стороны будет залп. Трайвис отошел. Трайвис, хорошо. Райвис отошел. Айди, сбора меня сегодня явно не будет. Да, дальше проходит, хорошо. По центру отошли. Хочется цепнул пару ребят тут. Вышка чуть правее, Марса. Правее, чуть правее, в центр храм. Центр отошли. Шаман, 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 смотри. Шаман, ты упал только что и встал? Угу. Понял. Могу массавку нажать. Отходи. Понял. Нажал массавку, бабл. Прохит. Не прохит. Бэрич? Да. Бэрич. Пока Бэрич ничего. Шамана, шамана Бэрич. Бэрь, конечно, я ему СС накину сверху еще, как встанет. Давайте быстрее, 6 так. СС накидываю, шаман, блять, не успел. Шаман упал сразу, ладно. Не успел.
Андрюха, даю тебе ИСС. Давай. Я когда прожал. Иди. С левой стороны ушли. Белый там внизу еще. Маталас, соси. Соси как никогда. А, давай. Вот, вот. Опять. Я далеко. Право. Ладошку дал тебе над тазом. Бля, прям под бурс прокнуло, блядь. Соси, 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 Матео, соси. Меня прокнуло все просто под сосалку сейчас. Соси, блядь, Матео. Шая, это шая, я уверен, это шая. Это токен лок, паладин, жрец. Это шая. Это, ну, шая вообще не падала, это точно шая, 100% шая. Смотри. Ладно, ну, шая тоже будет, ладно. Это шая. Если не шая, я ебал. Так уж. Это шая. Что надо сделать? Вот так вот. Слэш. Плевок. Я сейчас шею даст. Я же умру, блин. Слэш, плевок написал, называется. Это шая. Слэш, плевок, пиши ему. Это шая! Сюда! ГЦ. Почему токен даунский самый упал? Сука, как так? Это шая. Поиск кольчужный. Ну, это можно просто... на успех. Шаман надо? Так, братанчик, сейчас тебя поднимем. Ну, я шаю не ел, если что. Не прошел. А, тебя резвый. Так, это что там лежит за тушка? Лич на успех. Не раз. Я же чинку резал. Ну просто, и где плечи, блядь, уже? Пожалуйста, уступите, я вас молю, молю просто. Ты опять уже сходил, ни одного токена не видел. Сюда! Токен, воин, охотник, шаман, хант. Ребят, я полечу... Вы не против, я полечу камень сделаю? Против. А зачем ты мне токен дал? Тебе? Да, ты мне дал токен. Подожди. О. А, ну туда мисклик. Ты был подожди, рядом. Ты понял, что... А, нет, кончитка. Кончитка? А, 68, да. Шаман, иди. Кончитка. Так, хорошо, вот так. Быстрее роль, шаман, потому что я бы уже дал стрелятыш. Так, На Фрею. Не, давайте Мимирона в обычке сейчас убьем. Можно я ставлю за камнем? Очень прошу. Давай быстрее. Шкаф поставите. Идем к Мимирону. Сюда, плюс шая. Сука, я уж так шмот давно не мутал, пиздец. Чтоб так радоваться. Я просто, я думаю, хотя бы что-нибудь. Я в эту десятку только за шеей и грудаком хожу. И за трение Салгалона. Я только за посохом и этим токеном. Все, может ничего не надо. А зачем тебе посох? Посох же у тебя есть здесь. Мне нафиг с хостой там с Хадира падает, офигенный. Там вообще там 100 хосты, короче. И 2 сакета еще. Там вообще топчик. Сколько у тебя вода? Кого? Сколько? Кого? Хосты сколько надо? Да, вода сколько у тебя? А, ОД сколько у меня? 9500. 9500, почему ты никуда его не покупаешь? Можно мне, пожалуйста, прогрузиться ребятки, чтобы я мог камень купить? Тут мне какой-то дед сломал машину свою, у него уже весь день сигнализация орёт. Если мы слышим. Ну какой-то дед, блядь. У него 9. Они не прогружаются, почему? Свою девятку уже целый день чинит, она у него сломалась, сигнализация, и сигналит на весь двор. Целый день. Желтый, да. Так, у меня на 10 хосты больше теперь будет. Сколько у тебя хосты? Будет сейчас. Так, это моя юбка. Желтый. На хосты мне надо. Ну-ка. Сколько у тебя вот просто. Да, у тебя юба вкачана? А что тебе надо? Мне надо шлифованный камень, дай мне. Ай, давай. Я сейчас верну его, сделаю. Верну.
А чё у тебя, сколько хосты-то? У меня, сейчас. Я сделаю, с шаю поставлю. Так. Верни. Сейчас верну. Так. Нет, так говорят, идите на одну минуту. Нет, пока 733 хосты у меня, 733. У меня так в рейде забрали уже, короче, камень, не вернули, прикинь. А сколько у тебя крита? У меня? Ну, 28. С половиной. Сколько? Еще раз. 28 с половиной. Хосты сколько? Хосты 733. У меня больше хосты, ебать. 768. У меня в идеале это, типа, в данном контенте это сейчас 800. Но если я лутаю 3 несмимирона, я меняю 2 больших камня на интеллект на 2 больших на хосту, и у меня как раз 900 будет. Просто на мой пояс посмотри, и все. И... Там как бы все, понятно. Так, здесь на 4... Просто 3 несмимирона забери, и все. Ну, мне, я же говорю, типа, я хочу, типа, тринес Мирона и поставить два камня, типа, на хосту. Потом, типа, у меня интеллект станет на 8 больше, и хосты, типа, будет больше. И проб будет хороший. Пояс бы еще поменять. Пояс, а я сейчас же в очереди на сферы, типа, пояс у меня будет с тремя сакетами. Этот крафтовый, типа. Я сейчас в очереди, типа, мне Юля вот эту сферку уже скинула, типа, у меня одна есть. Ступни у тебя хорошие. Ступни, да, это бисовые. Ну, да, мне. Ну, три квеста у вас поменять, и запы надо кольчужные. Ну, с собрания. Грудак бы тоже поменять бы на с этого, с тремя сакетами, с 25. Разрушителем. Да, с тремя сакетами. И так, а так все хорошо. Угу. А в Т8 что у тебя за баф? Да там параша какая-то, типа, я не помню, но там параша реально. Там нереально параша, типа. Давайте на ФК. Там сет сетовые, типа, шмотки, по-моему, голова и плечи нормальные, типа, только. Это сетовых шмоток, типа, что дают. Либо не плечи, либо ноги, либо руки, я не помню. Ну, короче, что-то, типа, только две шмотки, типа, крит-хаст. А все остальные, типа, там, крит МП5, такой, типа, параша. Все, давайте полмесяцем рассоситесь. Так, а здесь голова падает с десятки, да? Да. Да. Давайте. Мне нет, все, нахуй. СР, вышка, давайте, встаньте на место. Так, я налево, короче, пойду, шаманка, пусть направо иду. На меня смотришь, вышка, блин. Дай мне СС. Рыба надо. Дай мне СС. КД, а? 7 минут. Блять, а чё? Я видел, как ты только что создание ко мне душ делал. Ну так у него КД-то есть 7 минут. Я же находи, его на этом юзал в монаториуме. А, понял, не. Бля, а чё я в Африке-то делаю, ну? Три мильки. Подожди, нормально всё. Тут добиваем босс. Первая фаза. Это тебе же сверка упала с этого, с первого босса, да? Да. Ну, она мне пойдет, в теории. А мне? В смысле? Я в очереди сейчас стою, последний. Тебе, по-моему, уже прислали. Ух ты, Давай сосай. Нихуя я вырвался, посмотри, блин. По бомбочкам не лутаем, так. Кроме танка. Танк идет такой. И это ты называешь урон. У, на такой. Я доволен, что хотя бы шаю полутал. Уф, а кольцо, наверное, РШами приоритетом пойдет. Там хорошее. Какое? С Фрейи? Да, то, что ты залутал когда там. А бафнуть СРУ каску? Можете СРУ каску хотя бы бафнуть? СРУ каску бафни хотя бы. А у СРУ каска висит? СРУ, подойди. Ух ты, проебался, ёбаный.
Если на ком-то типа не висит что-то, вы скажите, потому что нет этого нет. Я без полипавера. Пора играет. Рэвис! Я это видел. Рэвис, блять, на тоненького. Ляторшу прохилить, Ляторша далеко очень, не доставал. Ты тихо, подожди, сейчас бараж будет. Обстрел. Аккуратнее, ходим. Бэрить? Когда закончился? Да. Или на перефазе? На перефазе. Да-да-да, на перефазе. Кулербаф сразу. Лейлур дашь ему сразу плав. Вышку прохилить. Хорошо. Так, милики трэш, ДК, танчик. Если не сложно, засунь меня инер. Для тебя ничего не жалко. Спасибо. Потому что я очень сильно по мане просел. Я не могу... СС настолько на тоненького вытянуть. Там прям... На писечке прям. Так, на себе щит, себя на стоп хил. Милики уже бьем. Вот так сделаем. Даем Геру на третьей фазе или оставим еще? Ты хоть сейчас Геру издеваешься? Да надо. На кого мы оставим? На Фрею? А, да. Не, я имею в виду. Поэтому еще долго будет. Когда он соберется, то тогда дадем. Дадим. Ну, когда я же говорю, на третьей фазе. А, на третьей, ну, на последней, имеется в виду. Сейчас типа. Зачем сейчас Геру? Да что, по-твоему, тупой? Ждали. Про мобочки не забывайте, буду тоже. Поэтому. Так. Давайте Геро, блядь. Давайте. Го Геро. Я в Милену зону не захожу. Ладошка должна была откатиться, если что. Хотя это не точно. Голову не бейте, там она сейчас вообще от моей... Ладошка 3 минуты. Стрел ушли. По низу надо. Бля, минус П. Не-не-не-не, я живу. Минус ПВЭД, говорю. А, минус ПВЭД, ну... По низу, середину, стоп. Добивайте все части. Семечко просто бей. Голове больше голове. Голову залили. Быстрее. Хорошо. Молодцы. Чё нахуй? Чтоб выпал. Чуть-чуть не заметил. Хорошо. Да, шапка. Да ну, есть шапка на Лока? Правильно, сейчас красно. Слава тебе, господи. Паладин жрет черных нитей. Ужасно. Спину ролим на мейнспек. Сука. На успек рольте. Бля, мне надо танковскую спину выбить ивента, я забыл. У тебя сколько частей? 3. У меня тоже 3. Ну рольте. У кого было? Я-то Африк, там бонус Африка идет. Давайте рольте. Рольте.